А вон там дырка в гараже, да? Это вот там сидели щенки. Ребята, очень тяжело бегать к маме и помогать кормить. Я думаю, что я на ночь буду малышей забирать себе, кормить их дома. А с утра буду выгружать их к маме, и пусть они целый день чмокают, пусть она их вымывает. А на ночь мне легче, ребята, все-таки кормить их возле себя. Я забрала 8 малышей, а 6 оставила маме. А, почему 8, ребят? Потому что у меня вот ребенок. Вон там еще один ребенок. У него только-только пуповинку обрезали. Я его хочу положить. Вот такой вот манюсечка. Но я его хочу подложить среди всех. Ему здесь будет спокойнее и теплее. И кормить будет легче. Вот только к маме мне его нельзя будет подсаживать. Он слишком маленький. А когда все накормлены в клеточке, здесь ему будет тепло. Все. Ну вот теперь, наверное, все. Сейчас попробую дать этому малышу еще соску, чтобы он успокоился, что какой-то он беспокойный. Может быть, не дососал. Сейчас напоим его еще молочком. Самый малюсенький.
Все накормленные. Высосали целую бутылку почти. Ну ладно. Всем доброй ночи. Да. Вот. А то, получается, одна половинка малышей под мамой под животиком лежит, а вторая рядом мерзнет. Поэтому ребята забрала, потому что слишком много. 13 – это много. Разделила напополам. И буду по очереди теперь их пересаживать. Днем будут с мамой, на ночь буду отбирать самых слабеньких и кормить. И даст Бог, всех вытянем, ребята. Все будет хорошо. Ну вот, наконец угомонились и всех накормили. Мы еще допили из бутылочки по второму заходу. И теперь, надеюсь, все уснут. Ну так. Малышей всегда надо кормить в 2-3 захода. Вот накормили по первому кругу. Пока докармливаете последнего, начинайте опять с первого. Тогда они быстренько наедаются. А за один раз дети никогда не наедятся. Ну вот и все. Все. Пусть дети спят. Друзья, всем доброго здоровья, благополучия, радости. Потому что жизнь дается один раз в жизни. Один раз, ребята, у нас есть. Всего лишь один шанс. Берегите себя и цените чужую жизнь. Они тоже хотят жить и имеют на это полное право. Красавица у меня девочка. Так. Ну что, ребята, вытащила я малышей из коробки. Здесь им получше. Вот так сделала. Вот, чтобы от окна им не дуло. Вот так. Все. И посередине, ребята, тот малыш, которого достали из-под гаража от мертвой мамы. Как он выжил, понятия не имею. Но ребенок очень сильно хотел жить. Я очень надеюсь, что мы сможем его вытащить. Он самый крошечный. Но спокойно пока с ними здесь. Залезает всегда в серединку, греется. Мы такие дела, ребята. Только что всех накормила. Пришлось забрать от мамы, ребята. Не справляется мама. Поэтому в роли мамы сейчас буду я. Ну, нам не привыкать. Как вы знаете, мы в прошлый раз выкармливали 10. И все у нас получилось нормально. Помогите приюту, друзья. Пожалуйста.